Приветствую тебя, мужчина, это Шамшурин. И в этом ролике ты увидишь подход моего товарища Александра, который по совместительству является оператором, который снимал мой новый тренинг «15 шагов» вместе с еще моим коллегой. И он сам решил подойти, чтобы попробовать какие-то задания. Он, надо сказать, какое-то время назад уже проходил наш тренинг, просто давно я его не видел. Вот. И здесь ты увидишь, как все это делается. А сейчас я рад тебе сообщить, прежде чем ты будешь смотреть, что сегодня наконец-то открылись продажи моего супер онлайн тренинга «15 шагов», в котором тебе надо будет просто повторить то, что я делаю, эти 15 шагов, которые есть в видеопримере, и получить тот результат с женщинами, который ты так давно мечтал получить. Итак, здесь видео будет о кинестетике. Почему она важна? Конечно же, во время знакомств не нужно так много трогать девушек, как Александр будет трогать здесь, или как я раньше трогал в своих подходах. Но для того, чтобы разрешить себе это делать, понять, что ты можешь это делать, тебе нужно немножечко утрировать, преувеличить и сделать следующее задание. Часть этого задания Александр выполняет здесь. Это задание с тренинга 15 шагов. То есть тебе нужно будет потрогать девушку, и когда ты приобретешь этот тренинг, мы вместе с тобой будем это делать. У тебя это получится, как минимум даже потому, что ты не в первый день это будешь делать. Я тебя к этому подготовлю. Но это очень круто, и девушки реагируют на ура. Ты будешь обнимать их, брать за ручки, нюхать, брать свою руку, ее руку, да, и класть себе на грудь. То есть для чего это делается? Если ты сможешь разрешить себе прикасаться к понравившейся девушке, это очень круто сработает в плане свиданий дальше. Когда ты девушку трогаешь хоть чуть-чуть, правда, не так, как здесь, как я уже сказал, при знакомстве, значит, на свидание, когда она уже идет, она понимает прекрасно, что там будет. Если она туда приходит, значит, она подписывается, соглашается на то, что ты будешь ее там трогать. Она хочет, чтобы ты ее трогал. Ей уже надоели эти стеснительные мужчины. И если забегать дальше, то, конечно же, когда ты сразу, ну, готов и способен потрогать девушку при знакомстве в той или иной степени, тем более уж на свидании, тебе точно не грозит попадание в друзья к той, которая тебе очень сильно нравится. То есть ты сразу тем самым даешь понять, какие у тебя намерения, что ты собираешься с ней общаться как мужчина с женщиной, а не как какой-нибудь дружочек-пирожочек. А сейчас смотрим подход Александра. Слушай, а ты не поверишь, я к тебе, кстати. Раз уж ты такая яркая. А можешь прямо на минуту от звонка отвлечься? Да, прямо отвлечься. То есть ты и там, и тут как бы это. Но на телефоне, на проводе со мной. А мне показалось, что у тебя здесь татуха, это просто такое, знаешь, какое-то украшение. Прям буквально я прям позволю себе просто потрогать. Как тебя, кстати, зовут? Ты просто так улыбаешься, как, знаешь, как ребенок такой. Алиса. Алисочка, здорово. Да. Прикольный маникюр, кстати. Офигеть. Ты прям сегодня, да, наверное, сделала? Нет. А ты посуду как бы это там мыть, наверное, перчатки? Посудомойка. А, есть посудомойка. Я женщина, и посудомойка. Я понял. Слушай, но давай с тобой встретимся, кстати. Мне кажется, что я у тебя намного-намного старше, молодой человек. Да не, ну ты не выглядишь как старая бабушка, да, то есть ты молодая и красивая. Вот. Ну, это как бы понятно. Но понравилось, подошел. Но смотри, я считаю, что дело не в возрасте, дело как бы в культуре общения, знаешь. Вот. И уровня интеллектуального развития, поэтому у тебя, я надеюсь, мозги есть, да, как-то? Не знаю, а вдруг нету? Ну, нету, значит, как бы, там уже... Там видно там будет. Там видно будет. Но как бы мы же не собираемся жениться. Встретимся с тобой один раз. Не понравится, будем общаться. Как бы. Не понравится, не будем. Понятно. Ты, кстати, помнишь, как меня зовут? Саша. Да. Это чтоб больше запомнилось, еще тебя потрогать, да? Полапать. Ну, я тоже тебе сделал, но... Наверное, тактильный очень, да? Да, надо, чтобы тебя можно, потрогали. Можно, знаешь, еще вот внизу. Нет, там не надо. Ладно, это давно. Через год, конечно, там, через... после знакомства с родителями. Давай лучше ты мне свой оставишь, и я тебе перезвоню. Ну, ты прямо... Что? Нет, стой. Мы же оба знаем, что ты не позвонишь. Почему? Ты, кстати, еще, мне кажется, подожди, что... Ты еще классно пахнешь. Надо, да? Да, подожди, с другой стороны, может, там это... Да, приятно. Знаешь, она вроде шея ничем не пахнет, но ее приятно. Но ее приятно как бы. Естественный запах. Смешной, да? Давай я просто запишу телефон. Я как мужчина должен звонить первый и. Я не
неправда. Нет, это правда. А какие тебе мужики обычно? Предупреж... Которые валят всю ответственность. Предупреж... Чего? Да нет. Там название по ночам, дышать тебе в трубку не собираюсь, как бы. Так не бойся. Все адекватно. Не бойся, я позвоню. Ладно. Если я позвоню, значит, ты меня заинтересовал. Давай так. Конечно, давай. Не позвонишь, но ладно. Давай, 8-999. Подожди, ну ты знаешь, как бы это, по-адекватному с тобой обнимемся. А куда трогать? Ну, трогать за талию, конечно. Ладно, Александр, вы торопитесь. Ну ладно, давай щеки и уже разберемся там. Это тебя тоже прозвучил сразу? Щеки? Да нет, подожди, щеки. Меня, кстати, тоже может сломать. Это безопасно. Давай, Александр, отдыхай. Ладно. Ну, короче, Саня, ты красавчик. Все, что я хотел, ты сделал. И вот смотри, если она не дает телефон... В итоге я записал. Тебе сейчас просто... А, все-таки она. Да, все-таки она. Чуть-чуть, может быть, по молодости не хватает вот этих доводов из серии там... Мужик-баба, кто что должен, кто что не должен. Ну, вот на это поднадавить, потому что это такая полезная штука. Итак, ты видел, как все это легко. Причем здесь парень молодой, девушка сильно старше. Бывает и наоборот, часто мужчины комплексуют, что я уже слишком взрослый, я уже слишком старый. Если ты сам про себя так считаешь, окей, тогда и выключи свою потребность в сексе, в общении с женщиной, ну ты же старый. Не надо тогда горевать, не надо тогда включать какие-то интересные сайты, ну расслабься, иди на рыбалку или на охоту, нет? Тогда перестань себя обманывать. Ты не слишком старый, ты не слишком молодой, ты просто... До этого немножечко не знал, как это все делается правильно и плавно. И сейчас у тебя есть мой тренинг 15 шагов, которые ты сможешь приобрести уже сегодня. Сегодня открывается окно продаж. У тебя есть всего 4 дня с 25 по 28 августа, чтобы приобрести его по этой цене. И увидимся там в этом тренинге.